Местные власти продолжают усиливать и увеличивать высоту дамбы в микрорайоне Пески. Специалисты решили не разбирать мешки с песком, уложенные в апреле на участке улицы Береговая. Насыпь укрепляется с целью повышения безопасности в преддверии следующего сезона половодья. В соответствии с условиями договора подрядчик должен провести работы по доставке и укладке грунта с устройством насыпи. Рабочие укрывают мешки специальным геотекстилем «Дорнитом» и засыпают землей. Предполагается, что возведенная конструкция обрастет травой и укрепится корневой системой, что обеспечит более надежную защиту береговой линии от подтоплений. Речь идет о 400-метровом участке. В отделе ГОИЧС и безопасности населения районной администрации подчеркнули, что съезды к реке на участке работ пока открыты, однако при подготовке к паводку их снова перекроют.